Далее в программе интервью с Никитой Эльцеевым. Всем привет, с вами «Бесконечные новости». Сейчас у нас в гостях поэт Никита Алексеев. Здравствуйте. Здравствуйте. О чем вы мечтали в детстве? В детстве я мечтал о просторной квартире, чтобы там было много всего интересного, был крутой интерьер. Когда-то я мечтал жить на чердаке и думал, что у меня это получится. Такая интересная мечта была. Что вы пожелаете, какие советы дадите нашей команде киностудии? Команде «Бесконечные новости» и киностудии «Морган Фильм» я желаю процветания, побед, достижений. Не останавливайтесь на том, что вы уже сделали, а вы сделали немало. Вы себе уже заявили, и это очень круто. Развивайтесь дальше, креативьте и создавайте новые смыслы. Расскажите про свою работу. Моя работа творческая, моя жизнь очень соприкасается с работой. Я работаю творчески, взаимодействую с людьми, организовываю мероприятия, разные проекты, в том числе вот являюсь организатором проекта «Арт-тусовка» в библиотеке Есенина, в других библиотеках и культурных местах нашего города тоже что-то интересное провожу. Расскажите, пожалуйста, о своем творчестве. Творчество – это в основном поэзия. В 2021 году я издал первый свой сборник стихотворений. Он называется «Там, где нас уже нет». Конечно же, публиковался в различных альманахах регионального и всероссийского уровня. А нашей 8-й школе в этом году 60 лет. Как вы запомнили свою школу и как бы поздравили ее? У меня было несколько школ за мой период обучения. Больше всего, конечно же, я запомнил лицей номер 44. Там тоже есть замечательная студия «Капельки». Вот этими передачами мне, наверное, запомнилась школа. И они очень соприкасаются с вами, с вашими проектами. Тоже ребята, которые хотят чего-то такого интересного, креативного. Ну и я желаю им дальнейшего процветания. И в вашей школе тоже. До свидания. До свидания. Да. Все хорошо. Спасибо. До новых встреч.